Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию немножко необычный стример. Необычный в чем? Потому что трубочки я изготавливаю, на которых вяжу под свои потребности. Вот, допустим, как такой вариант. Или вот зонкер на трубке. Такой вариант. То есть разновидностей на трубках может быть бесконечное множество. Вот я изготавливал вот такую довольно-таки уловистую приманку по форели, судаку, щуке. Очень уловистая. И меня друг попросил, чтобы я изготовил для него более мощный, чтобы можно было забрасывать спиннингом. Для этих целей я выточил вот такую трубочку, которая напоминает двойной сердечник от вертушечки. И буду вязать на нем стример. Для начала место крепления обязательно промажем немножечко клеем, потому что вяжем на латуни. И вообще желательно весь материал проклеивать. Нитку я использую тонкую, но достаточно крепкую. Чередование цветов по перьям можно из меха сделать, как вам будет удобно. Я решил изготовить перьевой. Для этого я подготовил вот такое одно оранжевое и вот такое желтое, ближе к канареечному цвету, перышко. Креплю перо оранжевое. И делаем с вами, ну, пару оборотов, может быть, три, больше не надо. Отводим бородки в сторону. И делаем обороты. Вот, скорее всего, что у меня парой выйдет. Закрепили перо, остатки отрезали. Здесь же я беру и креплю желтое перышко. Желтым пером, скорее всего, что придется выполнить чуть меньше оборотов. Сейчас мы подберем ширину наших бородок. Вот как раз у нас аккурат вышло два оборота. Крепим окончательно наше перо
и делаем здесь завершающий узел. Закрепил теперь нить на второй секции. Немножко промажем клею, как обычно. И здесь я буду крепить перышко чисто шартрез. Вот такое. Желательно, если вы будете изготавливать из пера, чтобы подбирали по нарастающей. Здесь меньше, больше, еще больше. Или же наоборот, чтобы конусность была у вас к самой головке. Как вы выберете? Работает и такой вариант. Сделали подложечку. Нить тонкая, не страшно. Вводим бородки, делаем обороты. Вот мы дошли до пухового пера. Здесь останавливаемся, отрезаем. Сколько выйдет оборотов? 2, 1,5, 2,5. То есть это не столь существенно по количеству оборотов, так как она у нас круглая. Где вы поставите себе тройничок или двойничок, там у вас так вы сформируете верх или низ. И теперь здесь же я обычно беру вот такой кристалл флэш и креплю по щепоточке для привлекательности. Для того, чтобы 10 раз не проматывать одно и то же место, я беру вот так, подломил, распушил его в разные немножечко стороны и закрепляем. Подровняли. И теперь с другой стороны. Промазываю немножко клеем нитку и делаю завершающий узел. И теперь в передней части я буду устанавливать перо еще несколько большее по величине моих бородок. Вот такое гризли. Подберете себе сами, как вам будет удобно.
какое перо, можно даже сделать мехом, как вы захотите. Промазываю клеем. И делаем, сколько у нас получится оборотов. Бородки уводим все назад. Доходим до опушечки, опушку не мотаем. И делаем здесь завершающий узел. Хорошо проматываем. Я для большей привлекательности обычно меняю на нить красного цвета, что мы сейчас с вами сделаем. Убираем нашу одну нить. Наносим на нить капельку клея, и я, чтобы не загромождать головку, всегда стараюсь сделать без применения лака, а клея. Этот стример имеет вес порядка 7 граммов, забрасывается практически любым спиннингом и хорошо работает на разных глубинах. Вы для себя можете изготовить из разного диаметра прутка, поэтому и вес точно так же, длину подобрать сами.
И вот, пожалуйста, наш хороший стримерочек для ловли хищника. Готов. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.